Я кое-что забыла. Нужно обсудить мои условия. Типа правила? Правила секса? Скорее, условия оплаты. Ах, да. Ну да. Зайка. Неужели не понял? Сказать прямо, я постеснялась, но я думала, что и так все понятно. Да, да, нет, просто... У меня есть свой кодекс. Деньги не протрахивать. Ну, тебе повезло. Зай, ведь мне не нужны твои деньги, от тебя мне нужно только одно. Сущий пустяк. Я слушаю. Твоя душа. Душа? Это ерунда. Кто знает, что такое душа? Существует ли она вообще? Но если ты скажешь «да», придет мой человек, ты подпишешь бумаги, и мы с тобой приступим к делу. И все? Просто расплатиться жизнью? Это подпись, детка. А разве это много в сравнении с абсолютным физическим блаженством? Веский аргумент. Люблю свою работу. Правда? Да. А по мне, на любовь не похоже.